Сейчас у нас происходит съемка новой капсульной коллекции футболок «Валентинок», так называемых, которые мы создали специально ко Дню всех влюбленных. И сейчас мы снимаем их, и это очень потрясающее событие, потому что героями этой съемки мы выбрали и пригласили наших друзей. Это замечательную пару, восхитительную, я думаю, символизирующую счастье влюбленных пар. Это Оля Бузова и Дмитрия Тарасова. Фишка нашей капсулы в том, что есть футболки, которые можно носить парой. То есть часть сердечка обозначена на мужчине, вторая половинка на девушке. Мире. И я думаю, что люди, которые любят друг друга, им всегда приятно будет носить одинаковые вещи. Поэтому вот эта вот идея с половинками, да, на одной футболочке, другой футболочке, все это так, ключик, сердечко, все это как бы, да, актуально.